Давайте с фамилией, потому что Саша сказал. Да, Майкл. В общем, идея такая. Проект называется «Дизайнер». Идея заключается в том, чтобы предоставлять человеку пакет экскурсий на определенной локации. То есть в чем заключается основная проблема? В том, что когда, например, ты путешествуешь или находишься в какой-то командировке, у вас не так много времени узнать о городе или о местности, в котором вы находитесь. Поэтому очень прикольно было, если бы было предложение, в которое ты мог зайти и по своей текущей программе посмотреть ближайшие экскурсии о памятниках или о улицах, которые есть. Вот. На этом хакатоне я планирую сделать просто именно сам ап, который будет скачивать, пока что с маркета какой-то пакет экскурсий, то есть это будет какой-то zip-формат, я не знаю, с определенным набором данных. И человек может быть, ну экскурсия может быть там платная, бесплатная, то есть можно покупать или закачать бесплатно, а потом прослушивать их в той местности, где она была куплена, собственно. Ну, собственно, вся идея. Как все геолокационные идеи накануне чемпионата, это очень актуально.